приходом теплых дней в Красноярске открылось огромное количество летних террас. Мы подготовили обзор самых уютных и красивых мест, где можно насладиться ужином и провести время с хорошей компанией в приятной атмосфере. Первая локация – летняя терраса на проспекте Мира 86 во дворе 075 Плиз. Площадка находится на открытом воздухе, и расслабленная, непринужденная атмосфера сопровождается музыкой и заботливым персоналом. Это место пользуется популярностью у гостей города и красноярцев из-за удобного расположения во дворе и большого выбора напитков. Притягивает посетителей и контактная барная стойка, за которой собираются компании друзей и остаются проводить вечер. Любители не сидеть на месте смогут найти здесь теннисный стол или потанцевать под музыку от диджея с субботы по воскресенье. Насладиться теплой погодой на Мира 86 вы сможете в любой день недели. В будние дни с 6 часов вечера до 12, в пятницу с 6 вечера и до часу ночи, в субботу с 4 часов дня, а в воскресенье с 4 до 12 часов ночи. В самом центре города на Ленина 118 расположилась летняя терраса ресторана «Чешуя», где играет приятная музыка и царит спокойная атмосфера. Площадка предусмотрена для большого количества гостей, и поужинать после вечерней прогулки смогут не только семейные пары, но и большие компании. Количество столиков на террасе также позволяет устроить настоящий банкет в честь любого праздника. Маленькие посетители, которые пришли со взрослыми на ужин, могут поиграть в детской зоне, а гости с четвероногими друзьями воспользоваться поилками для собак. Отдохнуть на террасе можно с понедельника по пятницу с 10 утра до 12 часов ночи, в субботу и воскресенье с 9 утра до полуночи. На Дубровинского 1А расположилось сразу несколько террас. Главным отличием этого места считается вид на Енисей, который посетители наблюдают с крыши ресторанов. Такое уютное место станет фаворитом для любителей красивого вида и фотографий на фоне закатного солнца. Прогуливаясь по набережной Енисея, можете заглянуть на площадку на крыше и продолжить вечер, фотографируясь на закате или с живыми цветами, которые расположены на каждом столике заведений. Провести время с друзьями или семьей на Дубровинского можно в любой день недели с понедельника по четверг и воскресенье с 12 дня до часу ночи, в пятницу и субботу с 12 до 5 часов утра. И еще одна локация с возможностью выхода на крышу – дом у озера на острове Татышев. Здесь посетителям предлагается выбор площадок для отдыха. Красноярцы могут выбрать столики на свежем воздухе и после прогулок по острову остановиться на перекус или ужин здесь. Причем насладиться теплой погодой можно как на первом ярусе, так и подняться на крышу дома, где можно расположиться на пледах и даже позагорать под солнечными лучами. Сам дом у озера работает до 10 часов вечера, но воспользоваться местом для отдыха на летней террасе можно в любое время суток. И завершает нашу подборку летняя терраса с видом на весь Красноярск. Находится она рядом с часовней Параскевы Пятницы, поэтому после прогулки по аллее вы можете завершить свой вечер здесь. Город как на ладони увидеть можно именно здесь. На закате гости и жители Красноярска собираются отдохнуть после рабочего дня на Караульной горе и, закутавшись в пледы, наслаждаются вечерним городом за вкусным ужином. Работает терраса в кафе «Застава» на Степана Разина 64 с понедельника по четверг и воскресенье с 10 утра до полуночи, а в пятницу и субботу с 10 утра до 2 часов ночи. Александра Козлова, Илья Сергиенко, Анастасия Масленникова, ТВК.